Россияне заявили об атаке на склад с северокорейскими снарядами. Это уже второй за неделю прилет по арсеналу в России. Так, в ночь на 21 сентября в России прогремели мощные взрывы. В частности, Тихорецкий район Краснодарского края атаковали дроны. Как сообщает телеграм-канал «Астра», по данным местных жителей, атакован склад с боеприпасами в поселке Каменный. Момент масштабного грибовидного взрыва попал на видео. Даша, смотри! Смотри на дорогу. Да я вижу дорогу! А ты смотри на дорогу! Нормально все у нас. Согласно анализу «Астра», в поселке находятся две войсковые части. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил временную эвакуацию жителей поселка. Уже утром в сети появилось видео с Тихорецка, который находится в 10 километрах от атакованного склада боеприпасов. В городе слышно звуки детонации и виден черный дым. Также «Астра» сообщила, что на атакованном складе в Краснодарском крае боеприпасы хранили под открытым небом. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. По данным Центра стратегических и международных исследований, склад в Каменном был одним из мест хранения северокорейских боеприпасов. Кроме того, ночью 21 сентября взрывы прогремели в Тверской области, неподалеку города Торопец. По данным «Астра», дроны в поселке Октябрьский атаковали 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Пожар на территории почти всего 23-го арсенала зафиксировали спутники НАСА. Несмотря на масштабные взрывы, в Минобороны РФ заявили якобы об уничтожении 101 БПЛА. Якобы 53 дрона уничтожено в Брянской области, 18 в Краснодарском крае, 5 над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному беспилотнику над территорией Смоленской и Курской областей и оккупированного Крыма.